Ищите работу? На помощь вам придет новая газета Центра занятости населения региона. В ней можно найти самую актуальную информацию по местному рынку труда. Пока газету выпустят пробным тиражом, всего 99 экземпляров. Найти издание можно будет во всех социальных учреждениях региона – больницы, учебные заведения, комплексный центр социального обслуживания и другие. Также для удобства жителей региона, которые хотят трудоустроиться или желают сменить место работы, на днях планируется запустить обновленный сайт Центра занятости населения. Буквально вот в конце этой недели выходит новый обновленный сайт Центра занятости населения, который будет более юзабельным, то есть более удобным для пользователей, а также который будет содержать намного больше информации, полезной информации как для работодателей, так и для безработных граждан. На сайте появятся новые фильтры, с помощью которых можно будет выбирать вакансию по месту жительства и заработной плате. В планах еще и запуск официальных страничек в соцсетях.